Ребята, дальше я решила продолжить так. Кстати, я принесла светильник. Я его спрятала там, за дверью. Вот тут он стоит и светит. Тут. Так. Сейчас ночь, я боюсь консультантов. Что это там? Так. Так. Дверь надо заколотить. Ребят, вы только посмотрите, ко мне консультант пробраться пытается. Ребята, мне страшно. Консультант. Ребят. Что мне делать? По-любому какая-нибудь сметанка сейчас забрала светильник. О, вернула. Что это? Ребята, у меня голос заканчивается. Надо поесть. Кстати, эта ночь, походу, кровавая. О, я напугалась, боже мой. О, боже. Просто чисто, о, боже. Ладно, ребята, я пошла выкладывать это на канал. Пошла еще одно видео, шорт показывать.